В этом дворе практически не прилетало. Повезло. Но все равно есть пару разбитых окон. Пару разбитых там пункт выдачи гуманитарки. Люди готовят еду в кафешке, сами обустроились. Вот аварийный выход из убежища. Ну а вон вход. Сейчас пойдем посмотрим. Какие дела, друзья? Мы в Харькове, в моем родном любимом городе, который русские принесли свой русский мир. 24 февраля атаковав нашу страну ракетами, войсками, танками. Сейчас тут еще громыхает где-то далеко, но уже, в принципе, люди возвращаются, можно жить. Поэтому сейчас прокатимся по городу, посмотрим некоторые районы, как оно тут выглядит и как это получается. К сожалению, бензина в городе и топлива все еще нету, поэтому во все районы города попасть мы не сможем, потому что нашим транспортом будет велосипед. Ну и то хорошо, без него тяжело. Пока еще не работает метро, троллейбусы, автобусы. Но на момент выхода этого видео мэр города уже объявил, что будут работать. Надеюсь, когда вы это смотрите, если вы из Харькова, то вы уже имеете возможность кататься, у вас уже есть работа, у вас ничего не гремит. И я вас с этим поздравляю. Мы на еще один день ближе к нашей победе. Да, это выход из убежища. Это старый дом 24-го года постройки. Убежище немножко заброшенное, но с 24 февраля его начали приводить в порядок. Вот так вот тут жили люди. Тут было очень много народу. Пол района жило в доме. Лампочки вешали люди сами. За счет труб отопления тут было более-менее тепло. Попроводили удлинители, розетки, чтобы можно было хоть как-то тут что-то жить. Такая вот установочка в убежищах Харькова. И это дом 25-го года. В панельках все гораздо хуже. Такой вот уголочек. И выход на улицу. Тут вон еще места. Ну, там вот сделали туалет люди. Вот такая вот история. Канализационная труба. Ведра с водой натаскали. Ну, а как жить по-другому, да? Когда на улице гремит. В этот дом, кстати, как и во многие другие, прилетало. Такие вот двери советские. Это еще одна комната. VIP, так сказать. Я тоже так думал, блин. Хотя все-таки болит, да? К сожалению, вот так вот выглядит сейчас большинство домов, не только в центре города. Вы слышите, сирена до сих пор срабатывает. Там он все побито. Сюда тоже прилетало. Самый центр города, улицы я называть не буду, не вижу в этом какого-то смысла. Харьковчане город свой знают. Всем остальным не вижу смысла. Все это выглядит сейчас вот так, город оживает. Я не брал с собой микрофон, поэтому все, наверное, будет фиговенький. Но машин по городу все еще мало. Так вот выглядит рынок. Рядом тут тоже прилетало, вон
Вы видите, там вон дом тоже разрушенный. Ну такого везде по чуть-чуть есть. Да, к сожалению, вот так сейчас выглядит улица родного города. Все в ежах, в побитых деревьях. Потому что везде сюда прилетало. Да, всеми любимый парк. Обычно тут полно народу по хорошей погоде. Сейчас нету никого. Да, к сожалению, такой вот он, русский мир. Там французская карусель, побита взрывами. Парк, в принципе, убран, мусора нигде нету. Но видно, что люди тут тоже не ходят. Людей абсолютно нету. Пару человек тоже гуляет, как и я, на великах. Везде есть следы прилетов. Такие вот. Зачем, какой смысл было стрелять по парку градами? Сложно. Сложно смотреть на это все, не давая оценку ситуации. Предвзятую, скажем так, да? Каждый харьковчанин любил этот парк. Да и не только харьковчане, я думаю. Все гости нашего города, кто сюда приезжал, всем тут было комфортно. В том числе и из той страны, которая устроила здесь все это безобразие. Тоже был прилет. Дерево все погрызло. Красивая детская площадка. Теперь все в дырах, все в следах пожара. Сгоревшие статуи деревянные. Все сгорело. Ну, что-то можно восстановить, наверное. Какой же тут непередаваемый запах. Просто запах детства. Это ни с чем не сравнится. В моем детстве этот парк был запущен. Тут не было такой красоты, как сейчас. Тут в основном собирались маргинальные личности, скажем так, проводить свой досуг весьма незатейливым образом. Но даже в те времена, скажем так, довольно темные, здесь было гораздо больше людей. Сейчас буквально пару человек на весь парк. Пару человек охранников, больше никого, просто никого, пустой парк. Честно говоря, жутковато, потому что единственные звуки, которые я тут слышу, кроме, естественно, птичек, это звуки сирены и звуки выстрелов где-то вдалеке. Как-то так. Вот опять где-то что-то бахнуло. Как же мне здесь нравилось гулять. Да. Одна воронка, вторая воронка. Я не знаю, не специалист, а третий. Град или что это было. В общем, логики в этом ноль. Такое ощущение, что просто из зависти стреляли. А почему бы и нет? Вот сказали стрелять, мы стреляем. Логики нету. Я понимаю, это военные, у них приказ. Там логика не нужна. Но тем не менее. Как-то все это дико выглядит. Лесная дорога молчит. Какие с нее красивые виды открывались. Волейбольные поля заросли травой. Не до волейбола, да? Да. В таком состоянии эти дорожки не были никогда. Очередное место прилета. Все в осколках. Да. Такое себе зрелище. Там он тоже прилетало. Просто куда попало.
без вообще какой-либо логики. Просто все в воронках. От поваленных деревьев, естественно. Весь забор в дырках. Где-то нету секций. Как-то так. Как-то так. Но сакуры цветут вдалеке. А значит, добро победит зло, а свет тьму. Не знаю, видно вам солнце. Потихоньку из города. Очень много. К сожалению. Стояла себе сосна. 100 лет никого не трогала. Пришел русский мир. Да. К сожалению, вряд ли удастся заснять ту часть подальше, где летал самолетик 3 марта. Но может быть, повезет. Ну, вы и так, я думаю, издалека все видите, да? Разрушены, побиты окна, а там разрушенное здание просто напрочь. Выглядит один район. Все заброшено. Такси иногда сюда ездит. А еще неделю назад сюда не хотела даже такси ездить. Сюда регулярно прилетала. Так вот выглядит здание сейчас. Все побито нафиг. Остановки прилетов. Тоже окон нету вообще. Все в пленке. Вот так вот. К сожалению, сейчас выглядит Харьков. Где-то группа. Стеклянным зданием, конечно, досталось больше всего. Хотя, в общем-то, досталось всем. Но этим особенно. Да, тут тоже все в прилетах. Зачем? Непонятно. С каких пор легкоатлетический манеж стал похож на военный объект? Вообще нет целых окон. Довольно большому количеству харьковчан знакома эта проходная. У нее, к сожалению, тоже ничего не осталось. Много бродячих животных бегает. Куча битого стекла все еще везде валяется. Просто пипец. Надо на велике поаккуратнее ехать. Такое себе зрелище. Но верхних 2 этажей нету. Сплошные прилеты, обитые окна. Совершенно тихо. Тут практически никого нету. Или еще не успели вернуться. Это один из тех районов, где было. Жаль.
жарче всего. На район, где было, наверное, жарче всего совсем, я на велике не поеду. Далековато. Военный объект. Киоск с молоком. Демилитаризирован. Ну, в общем, не знаю, есть ли смысл снимать дома дальше. Почти все выглядят так. К сожалению. Суперсекретная военная разработка наша. Именно поэтому ей так досталось. Видимо, вот, да, прилет был. Вот так вот выглядит. Суперсекретная военная техника. В стадионе раньше куча народу играла в футбол. Сейчас стадион зарос. Пока он не был заросшим, по нему было видно, как часто сюда прилетало. Таких вот мест на стадионе полно. Так вот выглядит русский мир. Все в прилетах, все в дырочках. Даже сосну уничтожили. Сосна, видимо, тоже была националистская. Так вот, ни одного целого окна. Все в осколках. Тут, видимо, не убирали еще недавно, и там вся дорога. Ну там все убрали. Еще нет. Колеса целые остались. Величек, не подведи. Так вот. Да. Жесть. Такая вот история с русским миром в Харькове. Центральная улица, новый пешеходный, новый асфальт. Вот так вот в Харькове все делается. А тут, конечно, просто трэш. Летало много раз. Просто все развалено. Все теперь выглядит вот так. Так вот выглядит центр, друзья. Просто ничего целого. Из окон все везде побито. Поедем, посмотрим, что дальше. Сюда прилетало, больше нет, забито.
Как же тут красиво. Даже сейчас. Ну, вы, в общем, и сами все видите. Даже мои кривые операторские способности не способны испортить красоту этих мест. Вот эти, да, все-таки я второй день здесь, второй день у меня не выходят из головы слова одного знаменитого украинца. Эй, ребята, нет, а земля здесь другая, давай, длиннее. И небо голубее, и воздух совсем другой, и птички по-другому поют. И это я не покидал пределов родной страны. Я просто поездил по другим городам, да, в течение войны, которую развязала Россия против Украины. То совсем другие ощущения. Все-таки родной город есть родной город. Я думаю, все, кто сейчас вынуждены переехать в другие города, меня понимают. Ну, харьковчане особенно, надо же, даже кафешки работают в одном известном парке. Когда-то там было очень вкусное мороженое, а потом там был довольно неплохой коньячок. А потом я перестал пить коньячок и снова стал кушать там очень вкусное мороженое. Рекомендую. Да, возобновленный киноконцертный зал «Украина» работает, не работает, но по-прежнему прекрасен. Это кроты порыли, это ладно. Тут вроде особо прилетов не видно. Это радует. Хоть что-то осталось более-менее целым. Да, это место и так все знают, что его рекламировать. В общем, красиво. Да, так вот теперь выглядят самые красивые места моего города. Да, стеклянная витрина не пережила позора и решила самоустраниться. А вот и автопортрет того самого героя. Вы же его знаете, да, друзья? Леонид Быков. Там чуть ниже есть театр, в котором он работал. Сейчас поедем на него посмотрим. Вот и тот самый театр. Интересно, что сегодня сказал бы Леонид Быков по этому поводу. Там, кстати, есть памятная табличка. В его честь. Это стеклянное здание пережило приход русского мира и войны в наш город. Вроде бы. Ну а там дальше есть еще одно здание, которое, к сожалению, не так давно открылось, но пережить войну в целости и сохранности ему не удалось. Видимо, позавидовали. Так, надо убрать оценочное суждение, у меня никак не получается. Как убрать оценки, а, ребят? Я понимаю, я не военный эксперт, это вообще не моя тема. Я максимум могу велики снимать. А лучше машинки, конечно. Но, блин, когда такое происходит с твоим родным городом, я думаю, во всех городах, у кого это произошло, меня все понимают. Это жесть. Без оценок сложно. Очень сложно. Целились сюда, попали туда. Своим сраным высокоточным аналогов нетом. Почти нигде не осталось окон. Это совсем выглядит печально. Просто печально. Как тут было красиво.
будет всегда. На отсутствие практически бензина народ гуляет, катается, хотя, конечно, сейчас невероятным спросом пользуются электрички, ну или гибриды с возможностью проехать немножко на электрике. Вы же смотрели обзор, смотрели же, да, обзор на гибрид? Если поставите, напишите комментарий, что вам понравились такие обзоры гибридов. Я сниму еще один в Одессе. Тоже интересная машинка. Та проезжает вообще 75 километров на электрике. И при этом включается мотор и едет дальше. Хоть сколько хочешь, хоть 1000. Приятно. Хоть и не дешево. Надо обязательно выпить тут кофе. Вот там он продается, и народу полно. А значит, не зря я сюда ехал. Ай, спасибо, дядя Гена, за такой красивый мост. И вообще за такой красивый город. Я думаю, нашего мэра все помнят, как он его причесал город. Прям красиво. Так, идем пить кофе. Да, да, да. Спасибо. Будет у меня сейчас харьковский обед. Набережная, кофе, красота. В общем-то, тут, похоже, особо прилетов не было. А нет, я ошибся. Вот в этом доме только до половины есть стекла. Дальше все уже заколочено фанерой. Да, и там, похоже, что-то тоже прилетело. Что-то совсем разрушенное. Да. Сейчас я вам покажу, где продавали суперсекретную электронику. Такой, которой, видимо, нет в России. Ну, там айфоны, телевизоры. Вот. Видимо, именно поэтому туда ракетой попали. Да, тут жесть. Сюда прям попало. Вот так вот оно здесь произошло. Да. Ну, естественно, раз оно здесь так, асфальт такой. Ну и во всех прилегающих домах к этому месту тоже окон практически не осталось. Да, вот так вот выглядит еще один райончик. Просто жесть. Тут вообще ничего целого не осталось. Были старые постройки и новострой. Все нахер разрушено. Просто пипец. Просто пиздец. Тоже окон целых нету. Везде воронки от снарядов. Да. И тоже ни одного целого окна. В общем, как везде. Вы все видите и сами. Хотя народу на улицах много. Машины ездят, но тут происходит, в принципе, какая-то жизнь.
хотя живых мест в этом районе не так много. Ну, в смысле, чтобы там прям целые окна, все такого тут прям кому повезло. А так почти везде вот так. Да. Такая вот тут история. Так вроде целый, но на самом деле нет. Просто части здания нет. Как и окон в ближайших домах. И так по всему городу. Ну, практически. Есть районы, конечно, более-менее целые, но то крыши нет, то окон нет. Много где, к сожалению. И тут вот так вот, да. Извините, операторские способности у меня так себе, особенно с велика. Камера без стабилизатора, микрофон остался в другом городе, но видно все в дырках, в осколках, убитые окна. Жесть, короче. А город живет, смотрите, сколько машин. Прям вообще. Это радует. Какой красивый раритет поехал. Да. Не могу сказать, что здесь были новострои и все было красиво, но определенно это все было целое. А сейчас нет. Сейчас просто... просто жесть. Какой-то сюр. Раньше это все видел в каких-то фильмах и думаешь, типа, ну окей, ну разрушили, ну и что там. Но когда ты это видишь в родном городе, это совсем другие ощущения. Это просто ужас. Еще недавно там из асфальта торчали ракеты. Тут все, дорога в осколках, в принципе, видно, побит асфальт. Ну, сейчас, сейчас тут как-то жизнь идет потихоньку. Базар есть. Люди торгуют. Это хорошо. Значит, жизнь есть. Значит, кто-то зарабатывает, кормит других. Как-то жизненный процесс идет по кругу, да? И это при том, что нет бензина. И буквально перестало стрелять здесь, ну, меньше недели назад. Дня 4-5, на момент, как вы это смотрите. Ну, может, неделя прошла, постараюсь монтировать побыстрее. Как-то так, народу полно. Все живет. Это радует. Работает сирена. Наверное, чуть ли не единственный парк, который не привели в порядок до войны. Но в нем тоже куча прилетов. Там снимать нечего, ничего интересного. Но весь асфальт в дырках. Да, ребята, это очередь на заправку. Отсюда и вон туда. Причем я проехал мимо. На заправке только газ есть. Что делать всем остальным, загадка. Ну, наверное, вот разгадка. Да, опять же очередь на заправку только с газом. Газ стоит больше доллара за литр. И все равно очередь. А это очередь на вторую заправку, которая где-то там вдалеке, за мостом. Может быть, на ней есть что-то кроме газа. Тут только газ вижу. А это вообще молчит. Вот столько народу. Это почти 2-миллионный город. О, тут есть дизель. 44. 15 мая. Да, такая история. Поехали дальше. Велик — это круто, это здоровье, это кардио. Всем рекомендую. Машина лучше, все равно. Эх, как я скучаю по временам до войны. Как же было хорошо в этом городе. Ну что, еще будет? Обязательно будет. Все у нас будет. Все у нас будет Украина.
Район, по которому вроде как и не прилетало. Но все равно битые окна, где-то какие-то дырки, отметины на асфальте. Все равно были прилеты и сюда. Это место, наверное, всем знакомо. Жалко, камера не передает запах. Каждый раз, выходя из метро, пока еще я ходил пешком, меня аж тошнило от этого запаха. Это чебуречный. А сейчас прям запах родины. Прям аж подташнивает родиной, скажем так. Есть мне ее все еще не хочется. Хотя очередь возле входа говорит о том, что она наверняка вкусная. Ну, блин, это непередаваемое ощущение, ребята. Спустя 2 месяца вернуться домой. Это кайф. Просто кайф. Не знаю, можно ли сюда возвращаться. Вам не буду ничего рекомендовать. Каждый должен сам принимать решение. Нести за них ответственность. Мы все взрослые люди. Но так, судя по этому видео, можете для себя решить, сколько здесь людей сейчас. Кто уехал не в самые первые дни войны, помнит, сколько здесь людей было в марте. Сейчас явно больше. За те 2 дня, что я здесь, я не слышал прилетов. Ну, издалека что-то все равно рюкает, бахает. В городе полно еще военных. Все-таки война очень близко. К сожалению, война внутри нашей страны. Буквально в каких-то 20-30 километрах отсюда. Гибнут люди. Наши люди, украинцы. Их убивают русские. За что? Зачем? Где логика? На всех пунктах выдачи гуманитарки очередя. Метров 100-150, где-то больше, где-то меньше. Но так, люди на улицах есть. По крайней мере, в тех районах, где тихо, где мало прилетало. Насколько я понял, много людей переехало в более тихие районы, скажем так, с громких районов. К сожалению, на своем велике на самый громкий район, или к счастью, я, наверное, не поеду. Ну, вы могли это видеть уже во всех других новостях, как там все ужасно. Салтовка, Северная Салтовка, довольно плохо выглядит. Кстати, по Салтовке в районе Героев Труда и Студенческой я прокатился. Там практически нет домов с целыми стеклами, хотя сами дома в основном целые. Я думаю, там можно косметическим ремонтом отделаться. Но вот Северная Салтовка, конечно, судя по тем видео и фото, что мы все с вами видели, ее придется перестраивать заново. Будет не в обиду сказано другим городам нашей страны. Я просто харьковчанин, я очень люблю свой город. Вы меня извините, если кто смотрит меня из другого города. Но это как бы второстепенная дорога, внутридомовая. Да, ее сделали буквально пару лет назад. Ту, кстати, сделали даже позже, чем эту. Но тем не менее. Я вот тут поездил по другим городам. Если меня кто-то слышит, вряд ли мой канал настолько популярен, но вдруг меня кто-то слышит из администрации других городов Украины. Давайте, ребят, когда вы начнете после войны отстраивать свои города, вы все приедете в Харьков, посмотрите, какие здесь дороги, сделайте хотя бы так же. Лучше сделайте лучше, потому что в Харькове тоже есть к чему стремиться еще. Но как бы здесь мне нравится, чем в других городах, намного сильнее. Прям даже на велике едешь и как бы и без проблем. Уже не говоря о том, насколько приятно ездить на машине. Как бы в Харькове можно сделать лоурайдер, поставить низкопрофильные шины и, скажем так, по 70% города относительно безопасно кататься, не боясь повредить шины. Ну, я имею в виду мирное время, конечно. Сейчас-то мало где безопасно. Так что, ребят, давайте у нас так будет везде. Лучше, чем в Европе. А то, например, у меня есть родственники в Европе сейчас. Да, знакомые. В основном все это девушки, естественно. И вот все рассказывают, что там дороги как бы сильно хуже, чем у нас в Харькове.
Вот, ну это Польша. В Германии-то лучше, конечно. А вот в Польше местами похуже. Хотя поляки красавчики, им большой респект, уважение и благодарочка. Помогают нашим, прям молодцы. Но с дорогами, ребят, надо что-то делать. У вас не везде так хорошо, как в Харькове. Тож, нехай все буде Україна. І навіть дороги будуть такі гарні, як у нашому місті. Да. І це, вроде, не було прильотів. Да. Ще один райончик. Вроде, тут було більш-менш. Народ гуляє. Еще не повключали, а тут буквально неделю назад еще прилетало, не до фонтанов. Люди пытаются что-то продавать, барахолка. Как там выживать? Да. Перекус по-харьковски с кофе и полюсом вы уже видели. Но теперь настоящий обед по-харьковски. Пицца, которая раньше была пицца. Буфет. Good time, кстати, есть сейчас и буфет, и good time, все это работает. Можно покушать. В общем-то, город живет потихоньку. Вывод такой. Лучше родного города ничего нет. Будемо на зв'язку, віримо в ЗСУ, ми переможемо, слава Україні, слава нації, буде здравствувати наш любимий город Харків. Ну, надіюсь, ми ще з вами здесь увидимся. З вас, звісно, лайк і репост, якщо вам понравилось. Ну, а якщо ні, дизлайк теж продвигає мій відос, так що не стесняйтесь, клацайте на кнопочки, мені буде приємно. Больше я его записывал для себя, как обрывки памяти. Надеюсь, это будет самая страшная весна в этом городе. Дальше будет только лучше. Так что, до новых встреч. Встретимся в День Победы с вами.